Я думаю, что с одной стороны это правильно, и некурящие люди могут себя защитить этим законом, но с другой стороны нужно защитить и курящих людей, поэтому законы должны выдерживать паритет, то есть равенство, то, о чем мы говорили в самом начале, равенство курящих и равенство некурящих. Поэтому, я думаю, закон будем немножко корректировать в пользу курящих.